Сельскохозяйственный словарь-справочник. Москва, Ленинград, 1937 год. Обратите внимание, книга 1937 года. Кабардинская лошадь разводится в Кабардино-Балкарской и Карачаевской автономных областях. Кабардинская лошадь, являясь лучшей местной породой лошадей по Кавказе, отличается сухой, чаще горбоносой головой, глубокой грудью, короткой спиной и прочной, конечности мускулистые и сухие. Масть гнедая, без отметин. Средний рост 144 см и средний вес около 400 кг. Основное назначение кабардинской лошади – служба под седлом. В 1934 году пост Кабардино-Балкарского облсполкома все кобылы Кабардино-Балкарии были объявлены племенными и на них запрещена всякая работа. В том же году открыта государственная племенная книга, первый том которой вышел в 1935 году. По плану породного районирования вся горная часть Северо-Кавказского края отводится под разведение кабардинской лошади в себе. В пригорной части разводится как кабардинская лошадь, так и англо-кабардинская лошадь. У меня вопрос, куда делась кабардинская лошадь и англо-кабардинская лошадь, которая разводилась на Карачаевском автономной области?